Всем привет! Новое видео на канале, и сегодня я вам постараюсь рассказать о том, как получать посылки, если, допустим, вы используете постаматы от Яндекс.Маркета. Давайте посмотрим, причем это будет в отделении банка, вообще интересно, да? Насколько это удобно, и, в общем-то, в принципе, все мои честные впечатления, как всегда. Давайте начинать. Поехали! Ну вот, собственно, отделение. Вот я приехал после работы. Там внутри я уже заглянул, есть постаматы, брендированные Хавой. И, соответственно, Яндекс.Маркетом. Так, код из СМС. Тра-та-та. Вот стоимость указана. Получить. Оплата карты. Сразу будет постамат. Опс. Я обратно закрыл из них. Все. Ни с кем не контактируйте. Упаковали на славу. Ух ты, не ожидал. Смотрите, все запаковано в блистер вообще. Гарантийный талон убираем. Все вообще полностью запаковано. Заводскую. Круто. Сейчас скроем, посмотрим. Тестю телефон новый купил, сам тесть. Опа! Ух ты! Сам телефон, все в комплекте. Зарядное устройство, кабель. И все, телефон полностью защищенный. Все новое, абсолютно новое. Даже муха не сидела. А чехол на него есть? Зачем вам чехол? А что, не надо? Не надо. Почему не надо? Потому что? Это запасная это. Ничего, нет. Нормально, пускай говорит. Кто запасной? Ну, покрытие это. Пленка. Нет, здесь все уже можно так ронять. Итак, подводим итог. Прошли сутки. Сутки после того, как мы забрали посылку с почтомата Яндекса и Халвы. Ну, выбрал. В общем-то, Яндекс.Маркет такая площадка, где ты можешь выбирать пункт выдачи, почтоматы, постаматы, как их только не называют. В итоге выбрал тот, который, ну, было удобно мне территориально, по времени работы, по способу оплаты. И вы знаете, в сети ходят, слухи, ну, реальные истории людей, которые ты приходишь в Совкомбанк, никакого отношения к этому банку не имею, приходишь в Совкомбанк, а тебе там навязывают карту. Так вот, друзья, там есть 500 рублей в подарок, если у тебя нет карты, ты ее оформляешь, тебе 500 рублей дарят, как бы ты идешь в магазин, тратишь 500 рублей, тебе ее возвращают. Как-то так. Но суть не в этом. Стоят эти почтоматы, связанные с Халвой, можно расплатиться рассрочкой, можно расплатиться любой другой картой, Сбером, Альфой, чем угодно. Очень удобно, в принципе, привезли раньше срока, в этом плане никаких переживаний нет. Оплата была по факту получения, то есть перед тем, как открыть вот эту заветную дверцу, как бы непосредственно оплатил, и все это пришло. Заодно снял для вас, если кому-то интересно, если мало ли вы переживаете или боитесь это делать, не переживайте, не бойтесь. Смотрите мои видео, совсем скоро увидимся, подписывайся на канал, ставь лайк и там пиши Дональд Дак. И напишите, про что вам интересно было бы смотреть видосики, если смотрите мой канал. Совсем скоро увидимся, всего доброго, пока-пока.